Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю первой медицинской помощи. С вами Saint. Мы вернулись в игру Flash and Glides. Я сразу зашел в выбор персонажей, чтобы вас не мучить загрузками, подгрузками. Впрочем, установил все на максимальный уровень количества трафика, количества людей, загруженности машин. Правда, этого все равно будет немного. Так, сегодня мы играем за врача, потому что за полицейского и за пожарного мы отыграли. Играем за мужчину, товарища афроамериканца. Все только... А, три. Три варианта. Так, кепочку. Flashing Lights to Year Anniversary in June. Неплохо. Party Hat Available for Limited Time. Давайте так. О, какой серьезный. Вот, все. Настоящий врач. Я в одной из прошлых серий, не помню, в первой или во второй, говорил, что будут дорабатывать игру, не будут, непонятно, бетка, не бетка, альфа, при альфа. Это игра в раннем доступе. Вот сейчас я прочел уже, наконец-таки. В раннем доступе она обещает, что будут дорабатывать. Так, у нас... Опа, мы на улице появляемся, у нас тут на улице все. Так, сейчас выбрать машину. Машину выбрать. Сейчас я выберу себе тачку. Тачку выберу какую-то мощную. EMS. Вот это интересное. О, какая большая. Давайте на большой хочу. Appearance, понятно. Сейчас огоньки, 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 огоньки. Секунду. Нужно повесить, чтобы нас было видно. Потому что если не будет видно, что это скорая, то тогда смысл со всего. Хрень полная выходит. Сюда. Нужно на крышу обязательно. На крышу. Иу, 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 иу. Так, что я... Епа. Давайте вот такую, пожалуй. Классическую, что ли. Так, сзади вот эту хреновину обязательно. А здесь красную. Здесь синюю. Да погодите, что вы там заказы свои шлете? Видите, у меня тут кастомизация, тюнинг происходит. Меня подгоняете, вечный подгоняете. Подгоняете и подгоняете. Разве так можно работать в таких условиях? Я считаю, нельзя. Я считаю, нельзя, они мне говорят, работай. А я тут еще это самое не все сделал. Так, тут это самое. Вот так, такую большую херобору тоже обязательно сюда надо. Все, я готов. Save and exit. Где моя машинка? Где моя машинка? Машинка моя где? Оп, ой, красавица. Авария по адресу принимаю. Автомобиль, садись, садись. Сейчас поедем. Где авария у нас? Ёбушки, воробушки, почему так далеко авария? Давай пока так. И пятерочку вот эту включим. Красота. Сейчас, секунду. На магистраль. Короче, на магистраль, с магистрали разберемся. Красиво, красиво. Поехали, поехали. Можно сейчас и сирену включить. Неплохо выглядит наша... Пожарная, блин, скорая помощь. На карте что? Да, правильно, значит, по главной магистрали едем. Там потом будет развилка. Сирена уже начинает подбешивать, поэтому поедем просто с огнями. Посмотрим, что нужно делать за скорую помощь. В первых двух эпизодах мы играли за полицейского. Я думаю, я сделаю подсказочку, которая вылетит вот сейчас. Неплохой геймплей за полицейского, в принципе, но за пожарного, и вот подсказочка вылетит сейчас, на эту серию за пожарного было интереснее, мне лично. Хотя я в основном спасал котят, но тем не менее, все равно это было неплохо, это было полезно для общества. А сейчас мы заценим, как тут реализована игра за службу скорой помощи. Опять же, у меня вопрос, почему мы едем сами на вызов, потому что что... за полицию, что за пожарного мы ездили сами на вызов, но, блин, пожарная бригада должна существовать в количестве... Свали нахрен с дороги, я еду, ты что не видишь? Должно быть больше людей, чем один человек в большой пожарной машине, да и полицейский один вряд ли ездит редко, очень-очень редко. Если только не какой-то там следователь или детектив, то у них есть какой-то нет-нет напарник, который им кофе носит. Но в скорой помощи должна быть бригада целая скорой помощи. Дратуйте.
Так, осмотрите пострадавшего, чтобы узнать, можно ли перевести его в больницу. Здравствуйте, я профессиональный врач. Осмотреть. Используйте медицинскую сумку и другие инструменты из багажа. Багаж где мой? Где багаж? А, вот тут багаж, да? Автомобиль. Багажник. Вещи. Сумка врача. Сейчас, сейчас, братан. Осмотреть пациента. Ух ты. Осмотр произведен, пульса нет. Пиздец ему. Ребята, быстро грузите. У него пульса нет. Вы что, издеваетесь? Чем мы его осматриваем? Нужно срочно что-то делать с ним, реанимировать. Не дышит, пульса нет, без сознания. Он еще и не дышит. Охует. Проведите реанимационные действия. Как? Встань. Встань, ты что подкрадываешься? Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы прекратить осмотр. Провести реанимационные... Снимите верхний элемент одежды. Давай. Мне нажимать что-то надо? Да, блядь. Он сам, все, я понял. ЦПР, ЦПР. Я не знаю, нет такой клавиши ЦПР, есть контроль, как бы. Используйте график ЭКГ дефибрилляторов, чтобы проверить сердечный ритм. Как? Ёбаный в рот, бинты. Да не нужны ему бинты. Используйте график ЭКГ дефибриллятора. Сейчас, секунду. В сумке что-то есть? Да, положи ты эту... Ах ты ж, блядь, уёбок. Вещи, дефибриллятор, нет, специально... Дефибриллятор. Так, давай. Давай, руководство к ЭКГ. Сюда, сюда, сюда. И чё это? Проведите реанимационные действия. Да, я обе сумки-то должен иметь. Почему я без этой сумки ебучей не могу? Так, меня тут начинает выбешивать уже. Слишком глупо это все. Реанимационные действия. Давай. ЦПР, ЦПР, ЦПР. Там он показывает что-то, дефибриллятор? Я не вижу. Проверьте ритм на ЭКГ еще раз. Выберите руководство к ЭКГ. Руководство к ЭКГ. Чтобы обработать перелом, используйте аптечку. Так у него... О, у него пульс появился. Так, сейчас. Ты мог бы и помочь. Стоит, смотрит тут, блин, топчет траву. Давай. Что нужно сделать? Перелом, а перелом как? Neck collar, это что? Не нужен neck collar. Ты что, издеваешься надо мной? Руководство. Ладно, оставить эту сумку здесь. Что есть еще? Специальное, дефибриллятор, прочее. Огнетушить, да. Вещи носил. Аптечка для обработки перелома. Вот. Я ему на шею, правда, нахреначил вот этот ошейник. Не знаю зачем. Перелом у него, братишка. Так. Ай, красота. Request for transport to grab stretcher from to back ambulance load patient to deliver to hospital. Транспорт request срочно. Как транспорт request сделать? Да и. Запросить транспорт. А я что, не мог его отвезти? Или я именно на передовой работаю, я не вижу людей. Пациенты доставлены. Теперь пациентом займется скорая. А я кто? Я кто? Сейчас еще все эти сумки отвозить. Вы что, проехать не можете? Вы... А, ну да, они не могут. А вон скорая едет, вижу. Вижу скорую. Я тут что, перегородил дорогу? Вы объехать не можете? Вы что, ебабо? Так, убрать все. Ребята, он ваш. Ой, они как полицейскую машину смяли на обочину. Так, авария по адресу, срочно. Принимаем. Все, ребята, он ваш. Давайте, дальше сами. Кто тут так водит, как демон? Врезались в скорую. Так. Че я нажал? ЕМС уезжает.
Ты в меня тоже врезаться решил, братишка? Не надо. Все, поехали. Поехали, прямо нам надо, и дальше разберемся. Да, то слушайте, за врача сложнее, пиздец. Я читал, что у этой игры будет мультиплеер режим мультиплеера, и вот это выглядит интересно, но с другой стороны, просто будут люди в одну скорую прыгать и ездить по вызовам, так это будет работать или как? Потому что, ну, тут NPC только болеют или нарушают, здесь нет такого, что... Хотел сказать, нет такого, что кому-то другому может понадобиться скорая, хотя с другой стороны, может и нужна будет, может сделают, что можно вызвать, если ты полицейский, и в тебя выстрелили, тебе нужна скорая, собственно, почему бы и нет? Куда эта дорога ведет? А, не, она ведет в жопу, она ведет. Я думал, можно скалу объехать. Нельзя скалу объехать. Скала необъезжаема только вот так. Серпантином. Давай, блин, медленно эта машина. А, наверное, надо было взять... Раз мы не возим людей, надо было взять какую-то мобильную, быструю, типа внедорожника или седанчика, наоборот, чтобы просто приехать, быстро оказать первую медицинскую помощь и потом уже вызвать машину ЕМС. Скорой медицинской помощи, дебилы врезаются, вы что делаете? Кто вас тут учить водил в этой Неваде или где мы находимся? Подвинься. Спасибо. А, вот. Я, возможно, если будем в городе, если вызов будет где-то в городе, то заеду, возьму другую машину, потому что зачем нам такая? Она слишком крупная, не крупногабаритная, плохо едет. Какой-то быстрый седанчик, внедорожник бы тут лучше бы справился. А может, и нужно будет самому доставлять, кстати. Носилки — это тоже вещь хорошая. С другой стороны, как я один его погружу туда? Носилки — это обычная история для двоих. Тихо. Хорошо, извините, я тут это самое, на спасение жизни спешу. Давай, канистра, едь. Сейчас сократим, не волнуйтесь. Сейн спешит на помощь. Лучший врач этой области едет уже к вам. Уже прям рядом. Уиу, это чтобы они слышали, что все в порядке, все под контролем. Дебил, блядь. Ты не видишь, что скорая едет? Ну пропусти ты, я еду себе, смотрю на вас, как вы тут. Так. Секунду, сразу, чтобы был доступ к багажнику. Все, выходим. Так, быстро. Вещи, сумка врача. Давай. О, что-то с ногой там вижу. Осмотреть пациента. Давай, смотрим на живот. Пульса нет. Это жопа. Опять все то же самое, да? Пульса нет, без сознания. Давай. Быстро осматривай. Вот эти полицейские стоят рядом просто такие, типа, ой, что делать, я не знаю. Свали отсюда, не мешай врачу. Так, проведите реанимационные действия. Так, одежда, провести реанимационные действия. Давай, ЦПР. Массаж сердца, это называется, да? Используйте график ЭКГ. Сейчас. Где моя эта штука с ЭКГ? Багажник, специальный дефибриллятор. Так, руководство ЭКГ. Хренак. Так, есть какой-то пульс. Дайте разряд пациенту. Разряд, раз. Нужно установить электроды. Электроды, давай сейчас я тебе поставлю. Раз электрод, два электрод. Разряд. Пошло? Чтобы обработать перелом, используйте аптечку. А, это не та аптечка. Ладно, там другая. Прочее, не то. Вещи, аптечка для обработки переломов. Замечательно. Тоже тут перелом, хорошо. Запросите транспорт. Да... И почему так тупо? Почему я могу запрашивать транспорт обязательно с медицинской сумкой вот этой в руках? Запросить транспорт. Я могу тебе одежду обратно одеть? Не могу, судя по всему. Все,
Все, ребят, я это самое, все, сделал все, что мог. Сейчас я вот эту штуку уберу. Ага, убрать все. Все, скорая едет, скорая в пути. Вон, 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 вон уже подъезжает, уже на подъезде. Он ваш, ребят. Это не та же скорая, случайно? Я поехал. Заказ мне срочно дайте. Срочно заказ. Мне нужно знать, куда ехать, направо или налево. Так, авария по адресу. Где? Так, на миникарте появилось. Что-то они все далеко очень от меня находятся. Ну окей, поехали. Но пока у скорых, конечно, вариативность большая, но скучновато, потому что одни аварии. У полицейских там были ограбления, дерущиеся люди, там какие-то неправильно припаркованные машины. У пожарных тоже много чего было. А у скорых тупо авария и все. А где там какая-то поножовщина, 8 раненых лежит, и я должен успеть всех спасти за определенное время. Пока такого нет. А скорых как бы не только на аварии вызывают, а зачастую из-за какой-то поножовщины тоже, где реально 8 тел. И ты давай, иди разбери, кому нужна помощь, кому раньше, кому позже нужно оказывать. Кто-то истекает кровью намного раньше, нужно первого его госпитализировать, стабилизировать. Так, хорошо. Дрифт. 25 миль. Да я 25 миль ваше шатал, видите, я спешу. Свалил отсюда. О, двое людей, кстати, то, о чем я и говорил. Так. Так, сейчас, ребята, разберемся. Здесь нужно огородить все. Прочие конусы для ограждения. Так, блядь, конус. Конус положи. Положи конус. Мне нужно огородить. Как конус положить? На правую кнопку мыши прицеливаешься. Конус. 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 Все. Здесь тоже, чтобы не ездили мне, блядь, тут. Почему полиция эти конусы не проставила? Так, хорошо. Вещи, сумка врача. Смотреть пациента. Блин, нужно обоих еще осмотреть. Пульс есть, это хорошо. Дышит, пульс есть, без сознания. Просто без сознания пока что. Так. Пульс есть. Пульс есть. Используйте график ЭКГ. Это хорошо. Сейчас. Второго, быстро. Стоит, блин, мешает, черт. Смотреть пациента. То, у того пульс есть, ничего страшного. Вот, вот это не дышит, этой нужно помогать срочно, потому что она не дышит. Я и говорю, нужно определить, кому раньше нужна помощь, кому позже. Тот дышит, он просто без сознания. Плохо, конечно, но эта баба вообще не дышит. Реанимационные действия. Так, одежда, иначе реанимационные действия не дадут нам провести. Давай. Вперед. Столкновение с участием двух автомобилей. Да, жестко. Используйте график ЭКГ, я понял. Быстро график ЭКГ мне. Дефибриллятор. Срочно. Да подвинься ты, шакал, блин. Стоит, мешает пройти руководство. Давай, раз, два, три. Окей. Дайте разряд пациенту. Электроды. Электроды. Раз, два. Разряд. Чтобы обработать перелом, используйте аптечку. Окей. Стоит шакал просто. Тупо стоит и мешает. Так, хорошо. Request транспорт. Сейчас. Окей. Перенес. Убрать все. Давай, сейчас этого. А! Уберите одежду, конечно. Да возьми вот эту.
Одежда. А где та сумка? Она пропала, черт. Черт подери. Специальный дефибриллятор. Давай. Руководство. То же самое. Раз, два, три. Пульс есть. Перелом. Хорошо. Ага, нога у тебя. А я могу тебя сам перевести, слушай? Носилки. Носилки. Давай я тебя сам перевезу, слушай. Взять. Невозможно. Давай я вот эту возьму, бабу. Я ее отвезу. Какие провода подключены? Никто не подключен. Че, издеваетесь надо мной? Убрать все. Все, никаких проводов нет. Багажник. Как? В смысле? Я хочу тебя отвезти. Садись. Какие провода подключены? Что за бред? Опа, взял. Опа, взял. Так, а для того я вызову другую машину. Потому что у меня одно место всего здесь. Так, ты лежи здесь, не дергайся. Мне, чтобы вызвать машину, обязательно нужна сумка врача, потому что мобильного телефона у нас или рации нет. Запросить транспорт, замечательно. Все. Погнали. Мы с тобой сейчас... Сейчас, секунду, ты особо не спешишь, да? Поэтому сейчас я конусы уберу. Конусы уберу, взять. 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 Мои конусы. Мне эти конусы никто не вернет. Так, конусы взял. Хорошо. У нас у самого конус на голове очень забавный. Мы просто настоящий врач. Опять пробка здесь, но тут из-за того, что полиция стоит, это не из-за меня. Так, автомобиль закрыт. Сели, поехали, поехали. Там скорая пробирается. Сейчас я тебя отвезу, братишка. В ЕМС. Ой, скоро это не проедет, судя по всему. Из-за того, что там пробка, а скорая глупая не умеет выезжать на встречку. Поэтому хоть тебя я отвезу. Я хотел девушку отвезти, она в более худшем состоянии, но она не хотела на... Завалить. Она не хотела на эту койку залезать, писалось. Провода подключены, хотя никаких проводов там не было уже. Бред полнейший. Так, и машину сразу поменяем. Резко, резво. Еще пару заказов сделаем. Красота. Так, куда тебя везти, братишка? Куда тебя везти? Хорошо. Не сюда тебя везти, да? Тут нет этой лежанки. А, там, я помню, с прошлых серий в том... У того входа есть загрузка пациента. Окей. Вышел, вышел, вышел. Быстро, быстро, быстро. Быстро, 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 быстро. Что, в смысле, вещи, носилка. Вот сюда. Сюда. А, нет, да. Верни мне его. Носилку верни. Возьми. Вот сюда. Красота. Пациенты доставлены. Хорошо. А почему госпитализировано всего два, если четыре? До тех, что не доехали еще. Че за бред? Там двое было. Я же вызвал для второй тоже скорую. Какой-то бредос. Просто бредос полнейший. Машину возьму побыстрее, чтобы быстрее доезжать до места. О, какая она медленная. Давай, 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 давай. Да, за скорую, конечно, больше вот этих манипуляций, геймплея нужно проводить. Escape convict during transportation. Сейчас я приеду, сейчас. Возьму быструю тачку, вот эту.
appearance, edit lights, вот такую штуковину. Все, замечательно. Вот тут сзади еще какую-то хреновину повешу. Обязательно, обязательно, обязательно. Все. Save and exit. Быстро, быстро, быстро. Тачка где моя? Ага. Автомобиль готов. Садись, садись. Как полиция прям. О, красота. Во, вот это норм. Вот это норм история. Вот эту штуку включим. Так, ехать куда нам? Сейчас разберемся. Направо может... Да, это быстрее, прям в разы. Замечательно. Надеюсь, у нас тут то же самое все есть, кроме носилок, естественно. Сюда просто некуда носилки загрузить. Но первую помощь мы оказать можем. Да, ну слушайте, Ford Crown Victoria даже едет, в отличие от той машины. И даже дрифт умеет делать. Меня интересует вопрос по поводу той женщины. До нее доехали все-таки или нет? Потому что мне не засчитался госпитализированный пациент. А... Ага, вон дальше. Пропал зеленый символ. Смотрите пострадавшего. Багажник, вещи. У меня есть носилки? Лол. Блин, я хочу посмотреть, как выглядят эти носилки. Смотреть. Сейчас осматриваю. Быстро, быстро, быстро. Не дышит хуёво. Смотри давай. Красота. Пульса нет. Угу. Понял. Реанимационные действия. Одежду снял. Массаж сердца делаем. Если у меня есть носилки, то это просто рофл будет. Так. Секунду. Вы можете проехать или нет? Заебете, блин. Стоите тут, мешаете мне. Вещи. Нет, не то. Дефибриллятор. Полицейский. А где полицейский? Тут никого нет. Вот, почему они не могут прогнать эти машины дурацкие? Ой, что-то у тебя кардиограмма, ей пизда. Электроды нужно подключить срочно. Смотри, раз, два. И разряд. О, ой, как стабилизировался. Проверьте ритм на ЭКГ еще раз. А вот сейчас, по-моему, хороший ритм. Чтобы обработать период... Да, ритм просто охуенный. Правильный ритм. Так. Это я все убираю. И эту штуку убираю. Аптечка для переломов. Перелом взял. Тут наложил. Что это, типа шины? Хорошо. Просто интересно. Носилки. А, такой инструмент недоступен в этом автомобиле, я понял. Так, давай вызываю тебе транспорт. Теперь пациентом займется скорая. Хорошо. Забери, забери чемоданчик свой. Вы можете объехать ее? Вы что, идиоты такие? Не, ну реально дебики. Стали в пробку тут. Ребят, все, она ваша. Забирайте. Тут авария произошла с полицейским участием. Ой, блин, тут еще... Камон, я его не увидел. Почему мне не сказали? Вещи, сумка врача. А с этим что? Осмотреть пациента. Охуеть, тут... Авария с полицейским. Дышит, пульс есть в сознании. Neck injury. У него шея сломана. Жопка. Сейчас я тебе вызовем. Бля, братан, извини, не знал. Apply neck collar. Neck collar. Request транспорт. Да, сумку возьми. Транспорт сейчас будем реквестить. Все, замечательно.
Ебать, еще кто-то есть? Вызов скорой. Все, сработано замечательно. Кто-то там объезжает на двух колесах. Хуя себе. Я бы его и не заметил. Нихуя себе глазастый. Скорая, блядь, тут полицейскому плохо. Вы можете его... Так, тут кто еще есть? Кто-то сбежал, походу. Это машина для перевозки. Машины для перевозки заключенных, и тут никого нет. А такой... Застрял в автомобиле водитель. Давайте вот это принимаем, последнее, берем действие. Какие-то маленькие места у них для заключенных, прям жалко заключенных в Америке. Авария, и товарищ застрял в тачке, но это плохо, нужно будет, возможно, пожарных вызывать, чтобы они разрезали машину или МЧС. Блин, это какая-то вообще дикая машина, неуправляемая. Она не хочет управляться нормально. Еще орет очень сильно. Так, красиво сейчас вниз, 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 сюда. Тихо. Физикой не пахнет от слова совсем тут. Ну, дай бог, чтобы это доработало. Это не самое страшное в этой игре. То есть пока тут... мало вариативности, что ли? Ну, то есть, вариативность геймплея, она есть. Но... сделали бы какие-то миссии, я не знаю, миссии на время, может быть, какие-то задания, может, какой-то мини-сюжетец добавили бы. Блять. Вот о чем я и говорю, управление тут слабенькая сторона этой игры, но это не страшно. Мы спешим на помощь. Эта машина прям очень резвая, намного быстрее и резвее, чем... А, вот и, кстати, пожарная машина. Посмотрите пострадавшего. Я приехал, ребята, все будет хорошо. Ты его вытащишь? Вытащишь его, если что? Сумка врача. Здорово. Ебать его тут раскроебило. Осмотр. Давай. Дышит, пульс есть, возможно, травма шеи. Пульс есть, он в сознании еще. Да, ты главное не двигайся, потому что если у тебя проблема с шеей, то если сейчас двинешься, пиздец будет. Не надо такого счастья. Кто-то там еще есть? Он один? Так, neck collar. Request for transport. Запросить транспорт. Охуительно, все справились. Все? Пациенты доставлены? А, вот еще один, который в аварии участвовал. С ним добазариваются, что он был неправ, рассказывают. Тихо, тихо, вы че, ебанутые? Че в мою машину врезаетесь? Да, сфокусируйся ты на этой штуке. Красота. Слушайте, ну мы неплохо провели тут. Ты забрал его? А как ты его забрал? Где он? Я его не вижу. Неплохо провели операции мы. ДТП, виновник скрылся, возможен перелом. А что, последнее возьмем? Последнего. Жертва ДТП, виновник скрылся. Так, что-то у меня в этой великолепной неоптимизированной игре пошли какие-то мелкие пролаги. Это странно. А спасем жертву ДТП и заканчивать будем, пожалуй, почему, собственно, и нет. Сюда нам. Не сюда нам. Блять, в этих развилках не путаюсь, потому что нет никаких указателей, куда что ведет. Вот сюда нам. Да. Я также помню, запутался, по-моему, за пожарную, когда играл. Учитывая, что тут нет дэмэджа у машин, можно, наверное, врезаться немного. Машина не рассыпется. Фига там превышение скорости я увидел. Вот у этого пикапа. Мне там можно, я на вызов спешу. Да и вообще, как говорится, мне негр, я можно, но спокойно. Ой, запарковались тут везде черти, мешают проехать. Так, красиво, сейчас будем на месте, сейчас уже скоро. Надеюсь, там не слишком большая проблема с человеком, которого сбила машина, хотя, с другой стороны, никто ничего утверждать не может наверняка заранее. Красота, красота. Где?
Смотрите пострадавшего. Так, дорогу перекрываем. Спасибо, что вызвали нас. Вы не пожалеете, мы спасем человека. Так, сумка врача. Быстро, 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 быстро. Осмотр, 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 осмотр. Жива, дышишь? Пульс есть. Это хорошо. Дышит в сознании. Ага. Это прям очень хорошо. Возможно, возможно, не так все серьезно. Возможно, перелом, я понял. Подождешь немножко, не обосрешься там на своем минивене. Обработайте перелом, используя аптечку. Я говорю тебе, подождешь, не обосрешься. Видишь, у меня тут срочные вещи. Аптечка для обработки перелома. Хорошо. Так, вот сюда. Фигак. Транспорт запросить. Понял. Транспорт запрашиваю. Красота просто. Ой, красиво, пациенты доставлены, виновник скрылся. Вот, едет, 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 едет. Уже за тобой едут, все в порядке будет, выживешь. Фига вы тут ворвались на вечеринку. Меня не сбейте. Все, красиво. Дальше разбирайтесь сами. Сами как-нибудь. Да дайте скорой проехать, черти. Ой, шальные. Нереально ебанутые, они не дают скорой проехать спокойно. Сейчас я убежусь, что ее заберут. Да, ее забирают, все замечательно. А вот такой, в общем, геймплей за скорую медицинскую помощь в игре Flashing Lights вышел. Пишите свое мнение, за кого вам понравился геймплей больше всего. По моему мнению, за пожарного был самый классный геймплей. Хотя, возможно, я и не прав. Напишите свое мнение, что вы об этом думаете, что вы, в принципе, думаете про игру. Будет он развиваться, не будет. Нет, все, я все. Заглушил машину. Выхожу. Красавец. Добился сегодня спасения большого количества человеческих жизней. Доволен собой. В общем, будем с вами прощаться, пожалуй. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующих играх и других видео. Всех обнял.